Здравствуйте всем. Я сейчас хочу сделать краткий обзор по сегодняшнему дню. Сегодня 3 августа 2020 года, город Актау, Манистовская область. Зовут меня Айгуль Акбердиева. Я хочу передать информацию правозащитным организациям, международным дипломатам, так как в Казахстане систематически нарушаются права, а вы об этом уже знаете. Но в последние последние дни, из-за того, что активисты соизволили съездить в Астану, в Талапкер, и прочитать обычный Коран, что позволяет в нашем обществе, что позволяет наша религия, а из-за этого начали преследовать активистов. Сегодня мы уже обзванивали наши местные полицейские органы, 102 мы неоднократно звонили, но нам не дают правильную информацию. То есть машина нашего активиста Алиханов Нурберген Жаксылыкович стоит у дома, но нет самого водителя. То есть мы полагаем, мы расцениваем это как похищение. Нашего активиста Алиханова Нурбергена мы до сих пор не можем найти. Но, как известно, участковые поселка Акшукур, где он проживает, Алиханов Нурберген, сказали, что его забрали городская полиция. И якобы ему там заполняют какой-то протокол за якобы нарушение карантина. Так, я теперь хочу задать вопрос местным полицейским. Насколько нам известно, 3 августа 2020 года, между 27 микрорайоном и Зеленый базар, есть большой особняк Аблазимова. На данный момент поступает информация, нам присылают видеоматериалы, там собираются около 300-300 человек. То есть вам можно анамнезия, что ли? Эй, казахтың баласы, қол жайып, алақан жайып, құран бақшылығы болмайма сонда? Еще хочу напомнить, сегодня звонили моему супругу Джумаеву Аблавасову, вызывают в пробацию. Сегодня 15 дней, кажется, каждые 15 дней он должен там отмечаться. Мы сейчас едем туда, посмотрим. Тоже сказали, из якобы с ним хочет поговорить начальник МПС. МПС – это местная полицейская служба. Посмотрим, что получится. По-любому, если человек хочет перемен, потому что мы не согласны с этим, понимаете? Мы не согласны. То, что творится в стране, это абсурд. Вы думаете, каждый раз будете запугивать, гасить, там штрафами запугивать или там в тюрьму заключать? Вы этим запугаете людей? Нет. Нас становится все больше и больше, потому что мы уже устали так жить. Полицейские, согласитесь, вы тоже устали. Согласитесь, разве так можно дальше продолжаться? Все, это был город Актау. Дополнительную информацию, наверняка уже будет позже. Выйду прямой эфир. Пока.